Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War, компания за Францию, на максимальном уровне сложности. Спонсором данной серии у нас является Иван Васильевич, ну и в этом эпизоде надо бы собрать нам армию уже для атаки на Иерусалим. И флот, чтобы мы могли туда доплыть. Флот должен быть очень большим, ибо нас могут по дороге утопить, то есть больше 10 кораблей должно стоять в флотилии. Также мы распустим пушки. Я хотел еще в прошлой армии это сделать. Ибо они тормозят движение нашей армии, они довольно косые. Думаю, что наймем артиллерию более высокого ранга. Так, нам бы тут вылезти бы. Потому что в городе будет бунт, и мы его никак не можем усмирить. По крайней мере, войска не будут. Повреждены при этом о бунте. Я забираю своих людей, сеньор. Нужно посадить командира, чтобы город сходу не взяли. Ну и постепенно распределяем войска. Вот эта армия из Памплона у нас пойдет к Тулузе. Именно она будет формировать костяк атаки на Иерусалим. Кораблей, конечно, придется сделать очень много нам. Не знаю, хватит ли на все денег. Готов служить. Пока все это выглядит довольно опасной авантюрой. Будет исполнено. Ну, я думаю, что мы справимся. Еще два отряда надо направлять на переобучение. Атакуют нас португальцы в Лионе, мы не достаем до их армии пока что. Возможно, следующим ходом достанем. Так, здесь у нас тоже армия готовится защищать Йорк. Одна из армий. Ну, здесь надо разобраться с бомжами. Вперед с этими. На врага! Победа за нами, сеньор! Да начнется битва! Наемники в основном. Победа за нами, сеньор! Жалко, полководцы не появляются после таких вот атак. Обычно они как бы могут возникнуть. Если вы побеждаете, мне очень не хватает командиров. Делаем ход. Флот нам придется держать ходов 7-8, пока мы будем плыть. Потом, да, все корабли распущу. Но это время доход у нас должен быть все-таки в плюсе. Надо нанимать солдат, надо строить здания. И надо укреплять Йорк. Монруа! Враг под стенами. Это осада. Чудесно. Да, хорошо, я там оставил командира, и сейчас бы у нас они просто бы напросто... нас в осаду. Может быть, нам выйти за стены и дать бой? Можно. Иначе бы они сейчас просто город бы заняли, нам пришлось бы уже его атаковать самостоятельно. Джихад. Елбай. Веру терпимый объявляет Константинополю. Венгрия владеет, но он нас не интересует. Пускай они там священную войну ведут, а нам сейчас надо будет проатаковать армию папы. Чудесно. 4 к 3 шанс. Куча арбалетчиков. И папской гвардии. Ну и наемники. Да, это плохо, хотя кавалерия, в общем-то, и есть. Только мы до них добежим. Поднять рекламу! Мы победим! Поднять рекламу.
Как только мы до него добежим, все будет кончено. Так, хреновая погода, хотя с другой стороны, может быть, она была и нормальная бы. Войны! Ждите приказа! Арбалетчики у него промахнулись. А кавалерия-то не полная. Мы опять находимся в какой-то долбанной низине. То есть у него будет сейчас преимущество по высоте. Спускаем строй. Так, полководца мы не будем дожидаться. Хотя, с другой стороны, он близко. Может, и дождемся. Лишний ударный отряд не помешает. В городе мы потеряли бы значительно меньше. Но я ведь оттуда вывел войска, чтобы они не пострадали во время бунта. Все, выстроились, бежим. В итоге... Мы теряем даже больше, чем, наверное, потеряли бы во время бунта, если бы встречали бы его в городе. То есть арбалеты там были бы бесполезны, а сейчас первым залпом они нам уложат кучу солдат. Чини арбалетчиков. Кавалерии отработают, да, и отрабатывают очень-очень мощно. Зашевелились вроде бы. Не могу пока арбалет атаковать, потому что его папская гвардия будет мешать. Для атаки. Теперь можем атаковать, пробовать, по крайней мере, это сделать. Вот папская гвардия по-прежнему стоит здесь и мешает нам. Кавалерия из боя вообще выключена пока. Заплеснули арбалетчиков. Пытаемся охрану полководца также повязать. Смыкаем ряды.
княжеский король был храбрым воином. Но теперь он мертв. Надо закрепить преимущество. Он был не воином, он был папой римским. Это не важно, кем он там был. Главное, кем он стал. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Они не собираются пока никуда бежать. Арбалеты, за ним придется побегать. Ты смотри, они еще и не отступают даже. Стандартный забег пошел. Званием догони меня, если сможешь. Наемные копейщики решили вернуться, а чувство долга у них, видать, проснулось внезапно. Решили убежать сюда, куда и все остальные войска. Вот это мне в меди не нравится. Беготня. Если в Вархаммере, скажем, войска уже убегают, все, если большая часть армии бежит. Причем неважно, в какой части карты они находятся. Здесь они будут вертеть круги, как кучка нубов, которые просто тянут время. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Большую часть мы перебили, тем не менее, достаточное количество и убежало. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Самое хреновое, что мы потеряли сами немало войск. Да, сейчас мы объединим отряды, и надо переться к Риму. Он там еще раз не набрался. Но это уже будет не полная армия. Последнего мы их добивать не будем. Слишком это долго. Этой победой восхитится весь христианский мир. 303. Это много. В городе мы теряли бы гораздо меньше. В несколько раз. Не удалось взять в плен папу. Нет, ну ладно. Как сделаем? Монруа! Да ты чё, издеваешься? И все равно у нас общественный порядок на грани восстания, несмотря на то, что мы туда сели. Монруа,
Куда мы нанесем удар? Он реально издевается. Сеньор? Так, побитые отряды убираем сразу. Не хватит сил, чтобы проатаковать. Будет исполнено. На сегодня марш. Что это? Очередная ложь? Рим. И он сейчас, да, будет устранен этот бунт, когда мы убьем там этих заговорщиков, но он мне опять побьет кучу солдат. Пробуем. Вот отсюда вот довести армию. Надо взять сначала Рим. Потом уже заняться, я думаю. И Римской империи. Хотите примириться с Рейхом? Нет, с Рейхом мы не хотим примириться. Нам надо нанять теперь флот, чтобы помогли отсюда выплыть. Начнем сейчас уже нанимать заранее. Пушечный Хольк. Обычный Хольк. Если всю весь лимит забьем кораблями. Так, это что-то. Слишком долго будет перенаниматься добро. Если забьем все кораблями, 20 отрядов сделаем, то, конечно, доплывем. Но боюсь, что экономика уйдет. В жесточайший минус при этом. На сегодня марш окончен, Монруа. Готов служить. Сеньор, вперед на врага! 10 к 7. Дерьмовая армия. Я не хочу! Победа за нами, сеньор! Мало ли что-то там не хочешь. Будет исполнено. Так, пока посидим, пока здесь восполняемся. Еще надо нанять пару отрядов. А, желательно бы башню построить, но пока лучше общественный порядок восстановить. Готов служить. Почту за честь. Монруа? Монруа! Oui. Будет исполнено. Сеньор? Здесь два отряда на переделку. Достраиваться на цитадель. Здесь мы также сможем с вами пополнять отряды в будущем. Перебрасываем войска из Лондона. Корабли сразу распускаем. И вот толку от них никакого уже нет. Деньги они жрут на свое содержание. Еще на два отряда. Монруа? Монруа! Что прикажешь? Всему свое время, монами. Ну, выплывать надо как можно быстрее. У нас осталось 69 ходов на все про все. Тут не только в Иерусалиме дело. Нам надо еще успеть 16 городов забрать, чтобы победить. О, к нам... Гости прутся. И очень много флотов поблизости, с кем мы воюем. Они все будут за нами гнаться, я думаю. На 20 кораблей, конечно, один флот не нападет, но они могут их объединить, так сказать, в общую группу, в единую. Это будет крайне плохо. Подходящий жених. Помолвка Аньес де Брабант. 28 лет, вроде неплохой парень. Верный и благочестивый.
избрали там нового папу римского, но это тут нашими стараниями, он временно почил. Готов служить. Вместе мы будем сильнее. Готов служить. Кавалерии тут, в общем-то, достаточно. Мне нужна больше пехота, три отряда. Но как раз следующим ходом мы уже сможем выдвигаться. Хорошее место для лагеря. Проблема в том, что флот пока еще не готов. И самое главное, что тут папский флот рядом нанимается. Уи, Монруа. Уи, сеньор. Объединяемся. Так, восстание, кстати, так и не состоялось. Это хорошо. Нанимаем здесь гарнизон, чтобы мы могли армию вывести. Сеньор? Вы, сеньор. Ваши люди устали, сеньор. Вы, сеньор. Если они не сбегут по дороге. Но если это осадят, мы из Реймса выведем войска, до него достанем, так что тут волноваться не стоит. Как прикажете, сеньор? Воинам нужен отдых, Монруа. В Антверпене общественный порядок просел, похоже на шпиона там затесавшегося. Понял, что такое, какого хрена? Пошел строить вообще не то, что мне нужно, вывел командира и забыл сбросить автодействие. Еще одной армией движемся вперед, но без командира, конечно, тебе опасно. Она в любой момент может нас предать и отсюда убежать. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас тут проблемки. Отлично. Целая куча арты. Блин, мы не достаем. Сеньор? Сеньор! Опа! Мятежники. Монруа, мы проиграли эту битву! Проиграли эту битву. Почему я не достаю до них? Да начнется битва! Долбаные бомжи еще нас задержали здесь. Победа за нами, сеньор! Откуда тут взялись? Сеньор, на сегодня марш окончен, Монруа. Сеньор, за вас, Монруа. О, круто, я еще и не достаю до города. Сеньор? Ли, засада устроена, Монруа. Монруа! Какая нахер засада? Здесь еще одни стоят, вот поэтому мы и не достали. Ли. Да начнется битва. Ну класс, что я могу сказать. Следующим ходом он уже может пойти в атаку. Сеньор, Монруа. Этим мы, скорее всего, товарищем сольем. Там у него еще и вторая армия. На бой выйдет. Ну, ладно, сеньор. Посидим. Если я подойду, здесь тоже подкрепление не достанет. Он, скорее всего, уже в атаку попрется. Сразу заколебали эти бомжерские армии, которые атакуют один и тот же город. Если честно. Ваши люди устали, сеньор.
готов служить. Ну, класс. В Гранаде сидит полный гарнизон. Еще лучше. Вы, сеньор? Вы, сеньор? Вы? Вы? Готов служить. Вы? Слишком долго сеньор? Переобучать объединим отряды. Готов служить. Готов служить. Почту за честь. Ну что, делаем ход. Возможно, он пойдет в атаку, но что поделать тут. Монруа? Придется рискнуть. Даже если город возьмет, потом мы его, естественно, уничтожим. Там у меня сейчас подойдут подкрепления рыцарей. Мне кажется, он будет атаковать. Видя, что мы подходим. Да еще, я говорю, два отряда бомжей. Одни перед крепостью встали, вторые перед городом. Невидимые. Да, это чистая случайность, конечно. Притом вторая армия невидимая. Я думаю, че я не могу к городу подойти? Они там спрятались, стоят. И ушами шевелят. Ну чё, вот он что-то предлагает, и сейчас пойдет в атаку. А нет, не пошел. Фу, повезло. Значит, сейчас отобьемся. Итак. Хоть одна хорошая. Новость, главное про них не забыть. Естественно, конечно, португальский флот. И еще и папский флот огромно осаждает наш порт. Начинается. Разные фракции опять пошли играть как одна единая. Да, денег у нас мало. Офигеть, они еще и опытные. Боевая галера. Откуда он такие набрал-то? Доход уже маленький, 10 тысяч. Готов служить. Восхищаетесь. Придется своим с этим португальцами разбираться. Вам не место в этих водах. Может, конечно, он сам плывет, но маловероятно. Куда отправляемся? Этот дурень еще нанял мне два корабля, кстати, между прочим, пока все было на автоматическом управлении. Oui, сеньор. Non. C'est impossible, сеньор. Marche. Верность средняя, может и предать. Но лучше, чем просто армию посылать без полководца. Вот как, например, вот эту вот. Oui, сеньор. На сегодня марш окончен, Монруа. Oui. За вас, Монруа! 5-3 шанс-то, между прочим. С такими шансами бывает и проигрывают, но сейчас победили. И это хорошо. Так, сначала найм, потом переобучение. Мне надо еще накинуть пацанов в армию. И еще один товарищ ко мне прется. Будет исполнено. На сегодня марш окончен, Монруа. Такс. Чуть не забыл про... Монруа? Сьё? Этих вот господ... любезных. Монруа? Сьё? Монруа? Что прикажете? Они пожалеют, что вторглись во Францию. Никто не остановит нас!
Объединяем силы, Монруа. Вы, они умрут. 10 к 9. Мне придется этот бой проводить, тупой. Мы покараем презренных псов. В атаку! Окей, не знаю, почему такой шанс дали. Вроде казалось бы, у нас командир есть. И рыцарей у нас больше. Шанс дали мразотный. Ну, круто. Они на горе. На горе. Более того, они поднимаются еще выше, в гору. Наша задача — обойти их с тыла. Остальными войсками тоже добежать и повязать. Держит ни хрена уже. Кто в лес, кто по дрова понесся, кто еле тащится, а кто уже наяривает во все лопатки. Так, пока вот здесь построимся. Арбалетами постреляем. Тоже стреляют вовсю. Кого не убили. Ребят, не близко ли подошли? Арбалеты, тем не менее, на себя принимают весь огонь почти. Так, отлично, не убегают. Бьем их сзади. Смыкаем строй. Грасадье! Мы обезглавили вражескую армию! Хорошо, закатили прямо. Уничтожили целый отряд фактически с одного удара. Потерял половину. Враги бегут с поля боя. Все. Покажем этим трусливым смердам. Ну,
Ну, в общем-то, добиваем, хотя... Кого тут добивать-то, они уже все готовы. Этой победой восхитится весь христианский мир. Но нет, 121 отряд остался. Если им только куда бежать, вроде флот стоял рядом, то есть они могут на него отступить. Они вообще куда-то хрен знает куда убежали назад. Да начнется битва. А здесь уже авторасчет. 5 к 3 опять. Блин, ну и армии говёные. Опять уже убили. Плюс надо убрать бомжей, чтобы туклу города больше не мешались. Так, возвращаемся. Обратно. Уже в пути. И устанавливаем отряды. С деньгами мне ситуация пока очень не нравится. С войсками, в общем-то, тоже не очень-то она радужная. Готов служить. Касательно мавров. Во славу Франции! Oui, сеньор. Враги Франции сдадутся. Ждем приказа о штурме, сеньор. Ох, какая дерьмовая армия. Это ты представляешь, это что у меня там, крепость или что это такое? Твердыня. Это твердыня. Готов служить. Сеньор? С общественным порядком финансовая стратегия развития что-то себя не окупила. Может подвести отряды и на авторасчете взять. Я, честно говоря, не хочу гоняться за такой толпой арты внутри поселения. Опа, к нам, кстати, сейчас гости припрутся. Между прочим. Весьма большая армия. Сеньор? Но у нас есть чем ему ответить. Сеньор, ваши люди устали, сеньор. Как комары, знаешь там. Готов служить. Понемногу, да с каждой стороны пытается сожрать. Шурон не наносит. Но в сумме неприятно. Ну что тебе надо? Опять хочет купить. Еще один приперся. Так, посмотрел на мой город, на крепость и думает, да ну его нахер. И я на такое не подписывался. Штауфен. Гильдия оружейников за 1000, но можно построить. Финансам держава тимуридов на первом месте. Фига у них денег. 25% только от них. Кстати, расходы. 66 626. Доход, конечно, печальный. На таком доходе далеко не уедешь. Ну что, они уплыли. Не странно, бросили. Объединяемся. Не хватает кораблей до полного стяготы. Отправляемся. 4. Ну, в принципе, у нас уже все есть, и больше нам кораблей не надо. Следующим ходом проатакуем. Куда отправляемся? Пушечные хольки потом придется ремонтировать. Скорее всего. Так. Монруа, что прикажете? Нет, так не пойдет пока.
Куда мы нанесем удар? Я достаю до Рима, но пока мы не пойдем к нему. Твою мать. Но когда наймутся войска, будет все нормально с общественным порядком. Теперь мы можем переобучить отряды. У нас цитадель наконец-то тут произвелась. С наймом особо спешить не стоит. Тут, кстати, тоже можем цитадель воспроизвести. В Берне. Она бы нам так также бы здесь не помешала, естественно. Будет исполнено, сеньор. Объединяем силы, Модруа. Тихонько пошли. Сейчас разберемся с бомжами, которые нам тут дорогу преграждают. Триг да ум. Придется в реал-тайм провести бой. Потери будут слишком большие. Мы победим! О, да, тут еще и перед мостом. Но у них нет стрелков, правда, но у нас их тоже нет. Меня считают храбрым человеком. Это большая честь, ведь Франция — родина храбрецов. В сердце каждого француза горит огонь отваги. В бой идут французы. Значит, враг не сможет устоять. Мятежный сброд не достоин дышать одним воздухом с честными французами. Гибель от меча милосердней виселицы. Проявим милосердие. Воины, ждите приказа. Так, кто еще кому проявит милосердие? Я, честно говоря, думал, что мы еще будем на прямых раскатывать нашу кавалерию. В итоге мы еще будем драться с ними на мосту. Довольно забавная будет битва. Тут, скорее всего, есть брод. Искать его что-то как-то не очень хочется, а может быть и нет, судя по высоким берегам. Перейти, а тут уже, наверное, пусть карта закончилась. Да. К сожалению, только мост. Ну, они удачно встали перед мостом, сейчас так и будут там стоять. Мне же комбу опять повезло. В очередной раз. Чисто случайно. Потихоньку заходим, но ближний бой, естественно, кого на ветеранов копейщиков мы толкать не будем. Придется их перерубить просто. Все. Все-таки рыцари должны с этим справиться легко. Мы выигрываем битву! Еще немного, и враг будет разбит. Смогли продавить мост. И осталось только прорваться дальше. 10-2 приближается наша кавалеристы, но пока их еще рано подключать в бой. Они, видите, где-то далеко довольно-таки стоят. У нас.
свиней перерезали. Но там охрана полководца, опасные парни. На них еще, правда, далеко довольно-таки. Так, мы входим и сейчас будем рубить их. И кавалерии в том числе. Дергание, спокойно. Всем хватит места. Чуть могли ли проиграть или понесли гигантские потери. Поэтому решил я в реал-тайме зарубить бомжей этих. Обычно с бомжами я сражаюсь только в реал-тайме, то есть на второсчете, но тут случай другой. Серия. Его полководец перерубают сейчас, если он сдохнет, они очень быстро побегут. Аристократы их кладут. Выдыхает защитные секунды. Укладывает-то наших-то рыцарей, феодалов. Потерял половину бойцов. Да, мы потеряли немало. Назад отходить нельзя уже. Просто так стоять каве бессмысленно. В размене они несут потери. Никак у них не сдохнет командир, поэтому они не убегают. Товарищи бомжи, вы, может, уже убежите? Пора тут тянуть валанду-то. И они наших перерубают, вот как крестьян, кавалеристов. У нас все мнут булки около моста, не продвигаясь вперед. Всей массой. Прокрался и ударил таки сзади рыцаря.
вырвались. Опять разгоняется для удара. Полководец выжил 10. У него еще осталось бойцов в отряде. Противник бежит! За ним в атаку! Серьезный был бой. 35% потеряли, потому армия была супер элитная. Но неудобно ведь было. Были бы мы на открытом пространстве, я смог хоть их окружить, а так пришлось бодаться лоб в лоб. Завершаем. Эта виктория прославит доблестных и отважных сынов Франции. В любом случае, мы потеряли бы на авторасчете гораздо больше, чем здесь. Да, он сдох. А мы получили возможность пройти дальше. Готов служить. Готов служить. Вместе мы будем сильнее. Так, да, будем сильнее. Толще. И жирнее. Два отряда остается. Так. Опять назревает бунт. Чуть тебе не хватает-то здесь. Все готово. Заканчиваем ход, сажаем армию, объединяем флоты. Готов служить. Вот ублюдок. А он нам, видите, заблокировал. Готов служить. Подход. Но я могу, в принципе, наемников нанять на обои-то. Больше пригодились бы копейщики, чем кавалеристы. Сеньор, мы наступаем! 5-2, но вообще шанс достаточно нормальный. Я, честно говоря, не хочу гоняться за этой толпой арты. Еще один трибушет. Крепление. Представляете, сколько с ними долбиться придется. С другой стороны, фуллстяк. Давайте проведем. Да закончим на этом серию. Ну, честно говоря, если бы я играл на себя, я бы рассчитал. Две линии стен, но у него достаточно близко. Садель находится. Ой, растянулись-то как. Как трудолбодятлы. Так, шанс у нас на победу вполне возможно. Да, надо будет прорваться туда, вглубь цитадели. Еще не знаю, где у него арта конкретно стоит. Таранов. Надо два задействовать. Почему я сделал два? Потому что один мог у него спалить. Здесь мы залезем сейчас. Так. Сюда, лестница одна сюда. Но бой будет довольно долгим. Враг получил подкрепление. Так, давай ты сюда. Ты сюда. Где у него подкрепление? Да, кстати, подкрепление вышло за нами, а есть чем заняться кавалерией. Ой-ой-ой-ой-ой. Где это откуда залетает? Слушай, это, между прочим, арта. Накидывает. Ушет, да твою мать.
Чего встали? Ты тупой, что ли, или тугой? Я ж тебя послал сюда. Вы чего стоите-то? А хрен его знает. Они не вошли, что ли, еще? Пес его знает, ладно, подойдем просто вплотную. Лестницы подняты. Стены не преграда для воинов Франции. Окей, короче, 2-3 гушета у них здесь, но кто-то еще стоит на площади. Так, арта, ну, больше по своим долбит. Взгляд. Нормально, ворот вообще открыты. Наши лестницы уже у стен. На стене их шинкуем, хотя у них, в принципе, неплохие войска. Осадные тоже, которые сражаться целые. Могут в ближнем бою, ополченцы. Да, классно. Таран сожгли. Ладно, придется, значит, через стены шпилить. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. А вот потом вторым тараном долбить. То добро. Надеюсь, что они здесь не захватят башни. Так, лезем. Один придурок не вошел, поэтому не можем их добить. Таран второй, это наша последняя надежда взять внутреннее кольцо стен. Его сейчас нельзя как использовать, пока мы не захватим внешние стены. Враг потерял. Противник бежит. За ним в атаку! Какие половины бойцов у него? 20% всего потеряно. Это, скорее всего, касалось именно арты, но мы ее перебили, это уже хорошо. Потом с подкреплением не придется возиться. Мы взяли в плен вражеского полководца. И поделом ему, трусливой собаке. Постреляет вроде мимо, поэтому мы никак не будем... остальные войска трогать, подводить к стене их тоже не будем, пока не захватим. Башня продолжает долбить во всех направлениях. Не колеблются, часть уже убегает. Продолжаем давить. Новые бегут, городские стражники. 34% у них потеряно. Так, отлично, мы забрали башню. Здесь, по крайней мере. Но не захватили ворота. Грасадье! Мы захватили вражеские стены! Ага, все, ворота взяты. Можем таран подтаскивать, но пока все равно еще опасно. Надо войти уже в город. Там эти башни не контролируют. Куча арты находится на площади, и через ворот он, конечно, нам тут надолбанит. Если, конечно, попадет, успеет несколько залпов сделать. Все, спускаемся. Идем. Понял, вот куда побежали. Алло. Забираем таран. И сейчас поедем
к стенам, но прежде чем мы туда поедем, мы должны здесь все зачистить. Что вы, мать вашу, делаете? Они полезли по лестницам вниз куда-то. Чё, придурки, делаете такое? Жим карте, быстрее. Таран. С тараном мы тут уже ничего не сделаем. Ибо свободных лестниц не осталось. Кстати, надо было одну лестницу на всякий случай оставить, чтобы внутреннее кольцо отковать. Я думал, что таран доедет, и мы спокойно его протараним дальше. Но он, как оказалось, нифига не спокойно. К воротам. Так, сейчас опять они будут пока по одному тут тыкаться. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Куда вы побежали? Я им кликаю вперед, они бегут назад. Вот в этом вот весь медивол. Здесь заходят по одному и рубят их по одному. Как будто на дуэли сражаются. Или самураи. Зайдите вот толпой, да и зарубите их быстрее. Три буше терминатора, все стандартно сейчас. Полчаса их будут разбирать, а пока они их разбирают, башня продолжает стрелять. Ран уже дошел до внешнего кольца стен. Так. Вперед. Слушайте, вы там с кем деретесь, я не понимаю. Как 27 был, так и осталось. Не знаю, с кем они там дерутся. Они вообще их не зарубают. А, они застряли в одном месте. Здесь мы не можем между ними пройти, и только сзади в итоге придется нам их тыкать. Без комментариев. Таран приближается, между прочим, башня по-прежнему под их контролем. И взяли дальние, так сказать, башни перед площадью. Тьмущая на площади. Все, наконец-то мне посрались и побежали. Главная задача — дотащить таран. Наша приоритетная задача. Здесь решили, видите, самые умные полезть чем-то на лестнице. Все зашли через ворота, они полезли на лестнице. Как растащить, и вот, смотрите, они уже пошли артиллерии долбить. С площади. Вряд ли они тут кого-то попадут. Жалко, нет крюков каких-нибудь или там, я не знаю, лестниц, как
в Total War Warhammer 2. С ней там каждый достает из широких штанин лестницу, закидывает на стену и... О, нет! Они захватили, мать его... Башни! Нет, сейчас вот сожгут таран и все! Вот дерьмо! И сейчас таран не дотащит, проиграем бой. Только не сожги таран! Давай, тащи, тащи, родимый, быстрее! Спалить. Да твою мать, еще эти выбежали бомжары какие-то тут. Вам-то что надо, уроды? Сейчас они проатакуют таран. Толкайся, толкайся, не обращайте на них внимания. Все, отлично, таран добрался. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. На, складывается все в вашу пользу. Нас обстреливают как... кретинов. Да шо такое-то опять? Слушайте, вы чё, охренельшие совсем? Опять эти ссаные требуши встали здесь и не дают мне пробить ворота. Чё, издеваешься, что ли? Отлично, мы ещё в полководцы начали попадать. Уйдите вы нахер отсюда, вашу мать! Они ворота открыли и не дают мне туда войти. Ну и чё, ворота закроются? Ну так и будем теперь стоять. Я ненавижу осаду в Медиоле. Кто бы только знал. Ну и чё, ворота открыты, я не могу их пробить в итоге. Откройте вы свои сраные ворота. Наконец-то, спасибо. Еще мои придурки не давали им закрыться. Теперь соблаговолите вашу мать их выбить быстрее. Сейчас они будут полчаса разворачиваться, в жопе себя ковырять. В носу чесать. Сейчас еще какая-нибудь мудотня выбежит. Устраивать хитрый план. Слушайте, ну вы выбить их или нет? Теперь они встали перед воротами и что-то думают. О вечном. Да, теперь они вымеряют под правильным углом. Нужно, конечно же, войти. Естественно. Вот как я не хотел проводить этот бой, и надо было его нахер рассчитывать. Вражеская крепость скоро падет. Найдет она скоро. Сейчас мы еще в ворот полезем, нам еще и в щи врежут в самих воротах, я уверен. Вражеская арта. Еще половина войск, подождите, разбежится после этого. 54%, невероятное что-то происходит. Сейчас мы уже ворвемся, осталось буквально там 74. 80. Сделал свое дело. Воины, настал ваш черед. Да неужели? Просто фантастика. Мы наконец-то врываемся на площадь. Нам мешает городская стража ворваться как царям. Так, и пока мы ее не перебьем, к сожалению, мы не можем добраться до арты.
О! Все, пошли внезапно попадать, конечно же. Ща они тут нашпигуют нас в воротах. О чем я и говорил. А у нас потрясены чуваки-то. Так, командир, под стену. Иначе сейчас все это добро, я думаю, побежит у нас. Не дай бог. И вот пока горячи. Вражеский полководец. Этот презренный сарацинский пес. Мы выигрываем битву. Еще немного, так, и враг будет разбит. Вводить полководца нельзя. Удачный выстрел арты, и вся наша битва будет окончена. Ну вот, опять пошло-поехало. Ну все, полетело, да, все понятно. Враг потерял половину бойцов. Так, прорвитесь вы, вашу мать. Опять кладет целую кучу мне пехоты. Как снайперским этим прицелом валит. Ну, он мне сейчас, говорю, перебьет все в воротах. И вот попомните мое слово, они сейчас побегут. Мои чувачки. Пока все складывается в нашу пользу. Твою мать. Если ничего не изменится, мы победим. Да добегите вы вашу... Жопу налево опять встали и стоят, тычутся в них. А здесь идут как неподоенные. Это еще у них бег включен. Еле ногами шевелят. Все, валите эту ссаную арту быстрее. Придурки. Я говорю, если на их месте солдаты бы были, они там бежали бы, сломя голову. А эти идут как будто... На параде. Победы. Ой, бататье. Их расстреливают, они нам вышагивают. Героически. Вот. И они опять забрасывают в тыл мне. Я не знаю, сколько там арта уложил, но она уложила большую часть, в общем-то, моей армии. И они до сих пор так и не могут добраться до нее. Все под ноги прям херачат. Так, попробуем КО завести. Она сейчас примерно будет то же самое делать, что и войска. Прогулочным шагом перемещаться, попадая под артиллерию. В общем, шатала и манал такие штурмы. Я вам показал, как это происходит. На втором счете мы потеряли примерно столько же, я думаю, в районе там 45%, но при этом не было бы всего вот этого бреда, который сейчас мы наблюдаем. С войсками, которые живут своей жизнью, с артой, которая внезапно начинает попадать в ворота, то стреляла абы куда тут до этого, то внезапно кладет прям мне во все отряды, пробивая там человек по 100 за один выстрел.
Пожалуйста. Что они делают? Они просто встали и не идут никуда. Здесь вот тоже, видите? 5 человек побежало, 6. Остальные стоят сзади, уперлись в невидимую стену. Пока мы их не перебьем, бой не закончится. Потому что они уже с площади не отступят никуда. Так это еще не цитадели, только твердыня. Здесь два кольца стен. В цитадели было бы 3. Вот там надо делать больше лестниц, больше таранов. Ибо на финальное кольцо может просто не хватить. Всех. Вот куда они побежали? Вот вы можете мне объяснить? Они просто побежали от врагов назад куда-то, хотя их направил четко на врагов. Они продолжают бежать. Здесь должен быть много мат. Очень много мат. Отборный Russian мат. Часть войск вообще он сзади встал, а потому что начально, видите, первого отряда бьют, остальные стоят, бьют баклуши. Вон сбоку полно ополченцев с арбалетами, просто пробежали мимо. Но зато я, так сказать, честен перед самим собой. Был пустяк, мы провели бой, так бы рассчитали бы. Нашлись бы умники, которые бы начали потом писать. А, засал, а так бы слил бы, да. Против пустяк это засал, только против бомжей воюют. Теперь уже им писать нечего, но они что-нибудь другое напишут там. А я бы смог бы, я бы зашел бы, я бы тут вот так бы, а я бы вот сяк бы. А я бы перепрыгнул. А я бы как вдул бы только. Есть такая категория людей, которым все время что-то не нравится. Я бы, но снова пустой канал. Диванная аналитика. Задним умом, когда уже все, в общем-то, известно, кто как, где и когда был. Теперь наши ребята уперлись все дружно в требуше. Сеньор, замок взят. Что ты говоришь? Ну и опять идет дуэльное сражение. То есть опять здесь такое ощущение, что сражаются самураи. Покудок все бусидо.
Никак 2-1 нельзя, только 1-1. Все остальные сзади стоят и смотрят. Как же классно дерутся наши собратья. Это вот наконец-то рыцари проскакали и сейчас должны всех в капусту порубить. Хорошо, что они хотя бы не копейщики. Потому что сейчас бы наша конница вся здесь уже бы легла. А, в принципе, и так он валится. Но не так быстро. Сейчас раз убьют полководцев. Помню, был у меня бой, ну там, 1000 лет назад, когда я еще играл, в 2006-2007 году. Противник оставался 3 копейщика. И у меня в куче с ним сражался командир. И они в него попали и убили. 3 последних копейщика. Вот тогда взрыв был такой, что, наверное, слышно было на другом конце галактики. Вон тогда я сломал себе мышь, если не ошибаюсь. Потому что она отправилась на рандеву со стеной. Что там, все что ли? Кто еще остался? Кто остался? Где? Кто-то другой где-то был. А, вон стоит бомж. Нормально. Надо добить полностью. Ну, сейчас такого вряд ли случится. Но представляете, когда вы уже победили, и это был у меня то ли король, то ли наследник, его убили 3 копьеносца. А битва шла, ну, около часа где-то. Может, там была стадель. С огромным трудом взял. И на баг ты не спишешь. Типа рандомчик. Но в этом бою могли просто ран спалить. Из-за того, что они вылезли. Можно, конечно, списать это на хитрый ход, но это был просто-напросто баг. Потому что комп такое не умеет в медиволе. Враги бегут с поля боя. Покажем перерубим этим всех. Трусливым смердам. Бежать им особо некуда. Остался последний отряд. И мы их убьем даже раньше, чем площадь захватим. Эта Виктория прославит доблестных и отважных сынов Франции. Одновременно. Захватом уничтожили. 852 были потери, они 1318 потеряли. И большую часть убила именно арта. Арта и башня. Когда мы бежали к ним. И потом и второй линии тоже. Возблагодарим Господа за победу! Наконец-то на заднем поселении давно уже не было таких отличных занятий. Кстати, стадель можем построить. Единственный момент. Нам надо отремонтировать здание, возвести часовню хотя бы. Так, наемников мы убираем. Хорошо, они повоевали. Помогли частично. Еще повезло, что войска не сдриснули. Ууу, и тут у нас еще и нанимать-то пока некого. Но тут мы, по крайней мере, переобучимся. Гарантированно. Ялла, султан желает вашей этим смерти. Бомжей бы желательно тоже было бы убрать. Да начнется битва! Победа за нами, сеньор! Вперед на врага! А, это будет авторасчет 100%. Так, все. Убрали. Победа за нами, сеньор! В Испании мы отделались от мавров полностью. И теперь надо будет двигаться дальше уже в Африку. Осталось нам 15 поселений захватить за 66 ходов, и один из них город будет Иерусалим. А на этом моменте я предлагаю завершить таки эпизод. Надо бы объединиться, конечно. Еще два отряда. Готов служить.
В следующем эпизоде мы продолжим. И уже поплывем к Иерусалиму. Я надеюсь, что мы сгруппируем наш флот. Посадим, в общем-то, армию и двинемся в путь. Плюс ко всему надо будет захватить Рим. Что-то делать вот с этими вот бомжами. Но это не сразу. Мы будем атаковать Болонию. То есть сначала разберемся с Римом, а потом мы... объединим войска, здесь установим общественный порядок, соберем еще одну армию и после этого проатакуем. Возможно, из Тулуза пойдет частично, возможно, из Берна, возможно, из Штауфена. Плюс у нас вот армия, видите, летит одна на востоке с юга, вторая с севера. Два города у них еще падут. Ну и будем продвигаться тихоньку дальше, полегоньку. Всю Италию заберем, тут еще пара городов есть. Заберем Сицилию. И будем двигаться также в Африке. Будем двигаться мы в Африке. Так, Папская область, Венецианский порт, война. Здесь тоже вот надо на островах будет все забрать себе. В итоге, в числе можно и Венецианский здесь город захватить поблизости. С Миланом пока мы не будем разбираться, хотя этот союз я, наверное, разорву со временем и их уничтожу. Да, здесь мы тоже в цитадели сможем все улучшить и плюс в Берне также цитадель построим. Ну, в общем, все это будет уже в следующих эпизодах. Если данная серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВК, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч, пока.